Их ценность в том, что она у тебя есть, она тебе нравится, ты ее открыл, посмотрел, увидел. Сейчас. Что тут вот, видите, вот космонавт Герман Титов. Образцы его подписи, которые у меня есть. Ну вот я у нас сужу, вот когда я вступал в общество, 70-е годы, значит, нас, филателистов, было 1500 человек. Сейчас 60 в Кишиневе.